Казанский федеральный университет посетил представитель программы Erasmus+. Проект Европейского союза направлен на поддержку сотрудничества в области высшего образования и профессионального обучения между университетами мира. Гостя университета встретил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Главная задача программы – поддерживать двустороннюю мобильность студентов и преподавателей. На встрече были обсуждены возможности обмена между КФУ и университетами Европы. Ваш университет уникален, поскольку это действительно миссия такого центра евразиатского и евразийского центра и исследований, и образования. Поэтому здесь могут быть очень интересные возможности для проектов, где и Европа, и Азия будут работать вместе. В рамках проекта Erasmus+ Казанский федеральный университет сотрудничает с вузами Германии, Испании, Финляндии, Латвии, Болгарии и Словакии. Так студенты КФУ могут отправиться в один из них на обучение. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.